Илиас Илиадис. И вот вновь золотая медаль. Какие ощущения? Это хорошее чувство. После почти двухлетнего отдыха мне необходима была эта золотая медаль. И я чувствую себя очень хорошо. Я думаю, что для моих будущих планов чемпионата Европы и мира это хороший старт и результат. И, конечно же, гран-при в Грузии, гран-при в Турции. И мне необходимо получать опыт, идти вперед. После первого поединка, в котором я боролся с молодым грузинским парнем, я раскрылся для борьбы. И я по-настоящему почувствовал, что я хорошо подготовлен и действительно хорошо себя чувствую. И после этого я попробовал выполнять разные приемы. Вы видели, суинаги, учимата, так что первый поединок был очень хорош для меня. Каждый день дзюдо прогрессирует. В каждой стране, где появляются хорошие спортсмены, и теперь не имеет значения, из какой страны соперник, из Японии или Кореи, все превосходны. Мы все стоим на высоком уровне. Этот парень из Голландии, молодой и сильный, мы боролись с ним на тренировочных лагерях. И мы оба знаем друг друга и других соперников. Он действительно очень силен. Он выиграл у Дайки и вышел в финал. Но я был на 100% готов выиграть в финале. Это мой путь. И я всегда говорю, я должен победить. В каждом поединке это мой путь. Мои тренировки включают все. Дзюдо, физическая подготовка, бег. Я сейчас меняю тренировочный метод. Потому что я уже не молод, и мне нужны восстановительные занятия, физическая подготовка и дзюдо. И для каждого типа тренировок у меня есть специальный тренер. Сейчас очень тяжелые тренировки, но они мне необходимы, потому что мне нужно подготовиться к чемпионату Европы и мира, а также начинаем квалификацию на Олимпийские игры. Это важно для меня. Я всегда говорю, что дзюдо дает мне особое ощущение. Я не сторонник преувеличивать. Но это правда. Дзюдога, оно как мое тело, я чувствую его. Я в нем двигаюсь, и я это знаю. Почти 4 года я в этой дзюдоге, и я все время чувствую себя действительно хорошо в нем. Я могу двигаться, могу применять свои приемы, и я очень счастлив. И хочу сказать спасибо большое, Fighting Films. That's another pistol. The winner is Elias.